Всем большой привет! Сегодня мы будем с вами рисовать очень красивый радужный кекс. Первый шаг – это линейный рисунок. Простым карандашом рисуем контур кекса. Второй шаг. Раскрашиваем карандашами. Третий шаг с помощью черного фломастера либо гелевой ручки делаем обводку. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем до новых встреч и пока-пока!